Согласитесь, так гораздо интереснее. Хорошая музыка добавляет немножечко победы. Победа за 2 секунды – это самая быстрая победа. Наверняка и это старенькая музыка, когда это 2014-го кому-то ностальгические воспоминания навеет. Чувак просил Эдем, а это не будет ему Эдем карта. На большой, наверное, он боится заблудиться, потеряться, а на маленькой все близко, рядом, в том числе. Вообще интересно против сильного Тау играть с Имперской гвардией, потому что у Имперской гвардии нет шансов. Ну, по-хорошему, так оно и было в 2012 году, когда еще нормальненько-то. Добили еще игроки, они повыводились еще. Вообще сейчас уже Warhammer, если играть, то все уже совсем легко. И какие-то тактики, стратегии используются, которых раньше даже не видел. Слабенький сапер, потому что выбирает такую карту и всего лишь Империя Тау. Наверное, у него выбор между Некроном и Тау. Сейчас размножим разведчика, наверное, встретит. Нет. A true servant never yields to doubt. What heroes? Standing ready. As you wish, so shall it be done. We did it, sir. Ух ты, что творится. What heroes? Let's ride. My devotion is assured. Objective secured. What now? I obey. What heroes? Мы своими, кстати, разведчиками должен был бы напасть на мою точку. Я этого не сделал, я здесь оставлю бойцов, потому что если он прилетит, сразу же получит от этого. Здесь, в принципе, так. Ой, иди, что тут стоишь открыто. Прилетать не собирается. Сейчас у меня проблема будет одна. На самом деле я немножко тяну время, потому что мне хочется играть подольше. Разведчика он убрал. Я сниму точку и назад их спрячу. Now this is the only way to travel. Let me inspire our men. Get prepared to go if you like us. Calling our raiders all up beside us. Я на оборону, наверное, меньше денег потратил, чем я на это. Где-то у меня будет развитие. Еще техническое. My devotion is assured.
послушай. Послушайте, пока можно. Пока авто. Я бы на месте Тао пошел бы в Т2, снарядил бы бойцов Невидимок с этими лучеметами и поразносил бы башню. As you wish, so shall it be done. Let the show them all how you move to this phenomenon. Roll open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Initiate destruction. What would you have to do with this phenomenon? Конечно, поиск путей здесь весьма отстой. Ух ты, это что, надежда для надежности. Ушла. А я священником пойду, прогущусь. Это что-то я... Вот я хотел тут Василиском застроиться, но, видимо, самому придется на тагу идти. Почему я копашу? Хотя толку от Василиска буду только дразнить. Смотрю. Ну, не посмотрю, значит. Вот так вот не посмотрю. Хотел я тут просканировать. Ну, конечно, пойти в Т3. Но зачем? Сейчас третий священник пускают. Так, для наведения пущего хаоса все-таки мы должны себя скрывать. Еще священник. Войска священника. Что это такое? Что? Режут его. Зарежьте. Вот такие вот священники опасные. Опасные ребята. Это не надо Арону хотел убить. Я сам пришел для Арону. Тебя тут ломать даже нечего. Три козявки, сейчас. Ну нормально шум. Надо было зелененькое здоровье. Все, зарезали вас все, священники. Пришли, порезали все. Четыре люди какие-то. На самом деле это все император. Император разрешил, что поделать.
ждем еще одного и будем начинать.